огонь будет давать силу дневному элементу, чтобы реализовать возможности зарабатывания денег. Поэтому самый простой совет – красные кошельки. Самый простой совет – красные кошельки, добавьте красных украшений, добавьте красных, я не знаю, там какие-то джемпера, купите себе красную машину, шутка, да? Ну, короче говоря, что-то красное, побольше красного в этом году используйте, потому что огонь – это тот элемент, который дает силу элементу земли. Чуть позже я вам расскажу, когда я буду говорить про таблицу Лушу, как это сделать грамотно. Далее, второй очень важный момент, и к чему это может привести. Посмотрите, друзья, вот у нас один одинокий такой элемент земли. Он не производит интеллект. Нету металла. Это значит что? Это значит то, что в мире... А, кстати, элемент дерева, вот этот элемент дерева, который очень много, внимание, это элемент авторитета для дневного элемента. Это значит, что в мире власть имущие, как бы помягче сказать, будут себя очень плохо вести. Это я очень мягко сказала. То есть в этом году не ждите умных поступков от власть имущих. Интеллекта ноль. Не у них. В таблице. Я не хочу, чтобы... В таблице нет интеллекта. А власти хоть отбавляй. Вы понимаете, что это такое? Это полное злоупотребление властью во всем мире. То есть власть имущие будут делать все, что они хотят. Интеллекта в таблице нет вообще, но власти очень много. Совет. Дружите с сильными в этом году. Совет вам. Я же говорю, что я вам буду давать те советы, которые в этом году помогут вам проплыть через эту Сциллу и Харибду, которую нам показывает таблица. Не спорьте с властью, дружите с ней. Дружите с властимущими, дружите с теми, кто сильнее вас. Я не говорю, что будьте подхалимами, но иначе вы не проживете этот год. Становитесь сами сильными. Встаньте на плечи гигантов. Становитесь сами сильными. Если вы дружите с сильными людьми, если у вас есть сильные, властимущие, подчеркиваю, люди, дружите с ними. Только с ними вы проживете этот год. Ищите тех, кто может, кто выше вас по рангу, друзья. Кто выше вас по рангу. Я сейчас приведу вам такой пример из моей жизни, ну, чтобы не так много было фэншуй, а немножко жизни. Я буквально 2 недели назад, ну там, может быть, 3 недели назад, была в Турции, моей любимой. И можете себе представить, я была в своем любимом отеле, Макс Роял. Поднимите руки, кто был в Макс Рояле в Турции. Обожаю Макс Роял. Причем и в Белеке, и в этом самом, в Тикерове, в Кемере. И вы представляете, в первый же день, ну куда Наташа пошла? Наташа пошла же на йогу, вы же понимаете, Наташа пошла на йогу, и в первый же день я встречаю там, не поверите кого, своего, можно сказать, любимого, сори, Светулечка, значит, Ася просто здесь сидит, своего любимого издателя, Игоря Васильевича Дудукина, с которым мы издали столько прекрасных книг, заработали такое большое количество денег. Вы не представляете себе. И я говорю, какой это хороший фэншуй, что ты в самом лучшем отеле, в прекрасном настроении, на йоге встречаешь своего издателя, да, который тоже в прекрасном настроении привез сюда всю семью. Это я к чему говорю, что он явно, да, скажем так, ну, очень состоятельный человек, естественно, и мы с ним уже там, так сказать, в хорошем настроении придумали один великолепный, грандиозный проект, просто вот так вот, знаете, с хорошим настроением. Почему я и говорю, да, дружите с теми, кто сильнее вас.
Причем делайте это искренне. Делайте это искренне. У меня в этом плане год начался хорошо. Я, по крайней мере, проявила китайскую дипломатию. Я очень-очень рада. И нет, на самом деле, я была безумно рада его встретить. Мы не очень много лет не виделись. Очень много лет не виделись, хотя книга, кто читал книгу, кстати, «Подсознание может все, особенно у женщин», да, вот это вот как раз он издает. Ой, как раз он издает. Так что, друзья мои, дружите с сильными. Дружите с сильными и активируйте энергию огня, которая рождает нам личный элемент и дает возможность пожинать плоды богатства. И активируйте элемент металла. В этом году